Sofia Savada, Анна Мэрис. Друзья, разрешите представить всех участников нашего сегодняшнего концерта. Алексей из Канави. Его помощница. Ярослава. Организатор и продюсер концерта Марина Шевченко. Именно благодаря этой красивой и хрупкой девушке состоялось сегодняшнее мероприятие. Ну и, конечно же, наш друг, без которого помощник и тоже сопродюсер, когда у нас, да, Валентин Денисов. Как тебе Россия, как тебе Москва, какие впечатления? Я сейчас ревая скрипачка, да, очень радостно. Завтра улетаешь в Японию. Да. Сюда прилетела из Нью-Йорка. К сожалению, да. Не хочу уехать. Ты нас вспоминать будешь? Конечно. Каждую ночь буду плакать. Не плакай. Когда в следующий раз нам приедешь? Когда? Не знаю. Когда позовете? Но... А в русскую баню ко мне? Обязательно. Вот. Обязательно. Мы ей показали русскую баню. Да. На ее выходные, когда у нее был перерыв в концерте, мы ее сделали русскую баню. Да. Но, скорее всего, я еще раз хочу участвовать в фестивале «Японская осень», и поэтому обязательно был осень. Скажи, пожалуйста, пару слов о партнерах своих. Как тебе Алексей, Это, как сказать, они показали мне другой уровень музыки, исполнительский. Вот так просто с ними, просто большое удовольствие. Просто мне очень удачно вот этот проект. Спасибо. Да, ждем спасибо. Тебя в следующий раз. Спасибо обязательно. Большое. Все мы теперь твои фанаты. Ой, спасибо. Огромное. Аплодисменты. Спасибо.